Мэрия Махачкалы продолжает комплекс мероприятий по высвобождению городских тротуаров от пристроек коммерческих объектов. Демонтаж лестниц и заборов начался от объектов общепита на Каркмасова и Аракского и продолжился торговыми центрами на проспекте Шамиля. Напомним, глава города Салман Дадаев неоднократно предупреждал бизнесменов о необходимости соблюдения строительных норм. Работа в этом направлении началась еще в 2020 году, сообщили в пресс-службе мэрии. Тогда многие владельцы коммерческих объектов сами убирали пристройки. Однако большинство предпринимателей с этим не торопились и теперь наблюдают работу тяжелой техники около своих магазинов и кафе.